начал эту атаку, сам же не точно набросив на ворота, после чего Тимкин подобрал и сам же закончил очень хорошо, поставив плечо как раз Тимкину. Бросок и шанс на добивание. Вот сейчас опасный был момент. Денис Казионов наносил первый бросок, а второй на добивание наносил его брат Дмитрий. Тут же контрвыпад ЦСКА. Ян Муршак вылезал на пятак, разогнался. А вот он момент, когда два Казионова, один бросает, другой добивает. Вот тоже неплохой момент. Но это, наверное, лучшее действие Бирюкова в третьем периоде, с учетом того, что остальные были совсем неудачны. А тут все-таки судьей столкнулся. Не промахнулся мимо судьи. Ну и сейчас момент у Муршака был просто очень хороший. Практически завяз. Хотел завести. И Кошечкин просто положил щиток. Все прекрасно знают его высоту.